Всем привет, с вами Мария Мухаммед. Сегодня я нахожусь на гала-концерте первого международного фестиваля творчества. Шоу «Мир», «Дом солнца», «Египет». В первой половине дня 7 января творческие коллективы из Египта, России и Казахстана приняли участие в конкурсной программе в номинации «Современный танец». Акробатика. Вокал. Классический танец. На церемонию награждения и гала-концерт были приглашены жители Хурдады. Гран-при в номинации «Классический танец» получает Ария Айман, Classic Dancer Academy. Сейчас я задам несколько вопросов участников этого фестиваля. Ангелина, тебе понравился концерт? Очень понравился. Все выступления были очень необычные и красивые. На этом фестивале я увидела, как поют другие девочки, и решила тоже попробовать спеть так же. И у меня получилось. Я от организации «Шоу Мир» участвую уже на третьем конкурсе. И мне нравится, как тут все и организовано, и у меня это оставляет очень положительные впечатления. Вообще все выступления были превосходны. Я думаю, все заслужили грамот. Все молодцы. Танцевала танец куколок, мне очень сильно понравилось. Моя группа самая лучшая. Девочки, расскажите ваши впечатления о фестивале. Такой фестиваль проходит у нас в Хургаде впервые, и нам очень понравилось и было приятно участвовать в этом фестивале. Для нас это было очень необычно, очень прикольно. Понравился этот фестиваль. Больше всего мне понравилась группа Sensitive. Они очень красиво и ярко танцевали. Мы с ребятами представляем Республику Казахстан. В нашем коллективе ребята особенные. Это ребята неслышащие танцоры, артисты Казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. Ребята, самое главное, довольны, что оценили их труд, и мы забрали первые места и гран-при. В общем, ура! Спасибо большое! Казахская группа самая лучшая! Мне очень понравилось, и мне на память останется эта статуэтка и этот диплом. Надеемся, что этот фестиваль будет проводиться в Хурдаде каждый год.